и на одной из вечеринок заметил мой товарищ метка. Особо падки на блондинок те, кто женат на брюнетках. Скажу, блондинка это что-то, но вот обидеть может каждый. Ее в кабину самолета, увидев, пригласил однажды. Она вошла, все просветлела, все даже стали выше роста. Автопилот и тот задела, хотя он железяк просто. Зачем вам часиков так много, а два руля зачем, не знаю. А как вы ищете дорогу, я стюардессой стать мечтаю. Такую сыщите и бывали, особенно эффектно сзади, чтоб все посадок выпадали на мини-юбку мою глядя. Вот рейс из Внуково хитро наш лайнер белый совершает. Я не мог сказать ей ноу, она теперь со мной летает. Да вы признайтесь, это ж чудо, когда она туда-обратно. И пассажиры отовсюду глядят, и всем везде приятно. Когда же видите вы лица в салоне членов экипажа, то кнопку вызов проводницы не стоит нажимать вам даже. Она в кабине с капитаном и понимать немного стала, как управлять аэропланом и нахрена нам два штурвала. Спасибо, друзья. Приходите на наш совместный с Мишей концерт, ну, где-то через полгода. Да, Миша?